А, так они с разных сторон фигачат, вы угораете? Отвали! Так, он воняет. Но это звездец. Это просто звездец. А, возможно, сюда, ну конечно. Слушай, как хорошо, что у нас есть противогаз. Просто я к чему начал это говорить? Поинг. Всем привет, дорогие друзья, с вами ваш Дакстер, и добро пожаловать в заключительную главу Poppy Playtime 3. Собственно, как вы помните, мы с вами остановились вот на этом замечательном моменте. Мы решили головоломку с использованием нашего супер-пупер пистолета, который нам... Спокойно, не надо туда ходить. Который нам указал на щиток, мы активировали все комнаты и, соответственно, зашли в следующую секцию. И здесь нас с тобой ожидают следующие головоломки. Мы видим какой-то луч, который необходимо, скорее всего, также направить для того, чтобы что-то активировать. Также здесь есть очень много, кстати, разных штукенций, по которым, скорее всего, мы с тобой будем в будущем паркурить. Но давай начнем по порядку. Как бы глаза боятся, руки делают, тем более, что сейчас мои глаза очень жестко разбегаются, не понимая, с чего бы нам с тобой начать. Здесь все окей, здесь напрямую. Эта штукенция, соответственно, ее можно покрутить. Смотри-ка, у нас с тобой опустился лифт. У нас опустился лифт, возможно, теперь мы можем на него зайти, активировать его. Ага. Нет, подожди, он что-то не активируется, а почему, в чем проблема? А, потому что мы с тобой эту штуку подвинули. Возвращаем ее. Нет, стоп. Не понял. Может, немножечко прицел сбился? Так. Отлично, мы с тобой еще разочек пробуем. Делаем вот таким вот образом. Вот. Лифт у нас запитался, и мы с тобой едем наверх. Но здесь, к сожалению, закрыта решетка. То есть мы здесь толком ничего сделать не сможем, пока что эти ворота... не откроются. Либо, возможно, нужно искать другой проход. Хорошо, спускаемся. Спускаемся и теперь думаем, что нам делать дальше. Но, скорее всего, также сюда нужно вставить еще одну зеленую батарейку, которую пока что я, конечно, не вижу. Также какие-то датчики срабатывают наверху, вон зеленые батареи имеются. И, возможно, нужно это как-то переставить. Подожди, мы можем это двигать? Нет, двигать или можем? К сожалению, нет. Здесь у нас также пусто. Но мы с тобой эту штукенцию можем реально развернуть. То есть примерно вот так. Отлично. Теперь она работает. Вот эту штуку мы с тобой пускаем вот сюда. Не так уж и сложно, хорошо. И вот это уже нужно... куда развернуть? Сейчас посмотрим. А, так идеально. Все, мы с тобой запускаем рычаг. Ага. Это все пускается наверх. И у нас активируются, я так понимаю, какие-то штуки там. Может быть, теперь самое время подняться на лифте? Нет, смотри-ка, решетка до сих пор заперта. А что тогда делать? А, у нас с тобой загорелись фиолетовые штуки, как мы с тобой и думали. Соответственно, делаем жесткий паркур. Ага, примерно так, только немножечко перелет. Тихо. Надо немножко назад нажимать, чтобы он не перелетал. А вот теперь перелет нам не помешает. Отлично. Вот мы с тобой, собственно, и здесь. Здесь у нас есть генератор, но он какой-то странный, каменный. Скорее всего, его нужно либо разбить, либо что-то с ним такое сделать. Но можем также нажать на рычаг. Открываем ворота. Кстати, хорошо, что мы их открыли. Теперь мы сможем напрямую сюда залететь с помощью лифта. А нужно это, наверное, для того, чтобы вот эту штуку выкинуть, и она разбилась, правильно? Или неправильно? Так, а так он ее не двигает, да? Ну, допустим. Ага. Хорошо. Да, мы с тобой теперь ее взяли. Давай сразу же поставим сюда. Аккуратно. Хорошо. И здесь еще один есть генератор, который необходимо сбросить с высоты. Он прям тяжелый, он ощущается как что-то такое неподъемное. Но с ним, понятное дело, мы паркурить не сможем. Соответственно, мы его кладем в лифт. Вызываем лифт вот таким вот легеньким движением. Не понял. Почему? А, типа, когда луч, мы его изменять не можем. Хорошо. Выключаем рычаг. Поворачиваем вот сюда. И теперь его запускаем. Только перед этим встаем на лифт, естественно. Ага. Не, ну в целом мы с тобой здесь уже все выкупили, поэтому это не так уж сложно решать. Так, берем эту замечательную колбочку, достаем ее сюда.
Потом лифт выключаем. И со всей дури, что называется, десантируемся вот сюда. Ага. Поехали. Отлично. Звездец. Ладно, не звездец, живем. У нас, к счастью, вот эту штуку можно активировать. Но это была бы подстава звездец. Мы бы свалились по текстуре, был бы тильт. Такс, получается, теперь нам эту штуку нужно вставить также наверх, как, собственно, и эту. Мы с тобой их достаем, вызываем снова лифт и уезжаем. Красиво. Здесь, главное, опять же, большая локация, много всяких рычагов туда-сюда. Но важно подойти с максимально холодной, что называется, головой. Глаза боятся, руки делают. И все это выполнить. Так, а я могу сделать вот так? А я могу. Замечательно. И делаем скидыш. Нет! Звездец. Не, ну это просто звездец. Это тильт. Спокойно. Да. Все пошло через жопу. Потому что Миша захотел выпендриться. Да иди ты нахрен. Игра, блин. Хорошо. Выпендриваться больше не будем. То есть левая рука у него, он, как бы у нас сработала хорошо, а правая решила наш блок просто нафиг куда-то выкинуть. Ну, короче, стоп. А, спасибо. Я думал, он куда-то делся. Хорошо. Открываем ворота. Нет. Мы не открываем ворота, потому что еще нужно сюда провести, что ли? Серьезно, это еще не все? А как мы сюда проведем? А, я понял. Вот так. Теперь, а мы, кстати, даже можем не спускаться. Мы делаем вот так. Выключаем. Теперь сюда. И активируем. Во, это хорошо. Отлично. Заходим. Сохраняшечка. Что за звуки? Это нас музяка, радио играет. Так, ну мы запустили какой-то генератор, а для чего? Тириририн. Играет какой-то джаз. Разбросанные фонарики. А для чего реально мы эту комнату-то открыли? Не понимаю. А, понимаю. Здесь оказывается коварная решетка. Так, наденем всякий пожарный противогаз. И полезли. Ну, я не скажу, что на протяжении всего третьего Поппи Плейтайма я прям, знаешь, в какой-то такой жуткой атмосфере нахожусь. Нет, я не сижу на очке. Я просто местами, вот, например, сейчас, очень даже неплохо настораживаюсь. Ага. Так, тихо. Сюда можно? Сюда можно, но ни звезды не видно. Также тут генератор, дверь заперта. Окей. Ран, беги. Куда бежать? Куда бежать, непонятно. А, возможно, сюда, ну конечно. Слушай, как хорошо, что у нас есть противогаз. Просто я к чему начал это говорить? Твою же мать! Вот это хорошо сейчас было! Вот это прям скримачок внезапный. Короче, есть просто игры, определенные хоррор-игры, в которой ты сидишь на очке, даже когда скримеров нет. И... Отыщи цветок. Отыщи цветок. Серьезно? Из таких мест обычно не возвращаются. И вот эта игрушка, она, конечно, больше пугает именно моментами. Вот такими вот страшными. До этого, как мы с тобой бегали от девчонки, какие-то скримачки, когда из телека вылезали. Ты хоть знаешь, что делаешь? Не очень, если честно. Так, а это как будто бы нас свернули прям к самой первой части. Так, что делать? Ага. А, так возможно, мы сейчас с тобой уснули. Мы встретились с этим котом-дремотом. Знаешь, что здесь произошло? Это Поппи нам говорит. Бля, какой-то фантомный ребенок. Дети убегающие. Что произошло? Расскажите нам. Пришел кот-дремот, всех усыпил, и потом началась жесткая расчлененка, походу. Бля, очень прикольный момент, кстати. Нетипичный для Поппи Плейтайма, прям такой жесткий акцент на сюжет какой-то. Ты знаешь, кем мы когда-то были? Учениками, детьми, школьниками, кем?
или людьми? Может быть, они были людьми, их превратили всех в кукол? Именно вот Поппи, Хагиваги, Кисимисю. Понимаешь, почему мы должны положить этому конец? Ну да, здесь жесть происходит. То есть, видишь, на этих локациях играли детишки, все было окей. Это была реально игровая зона. Для прикольно. Вот это прям качественно сделано. Ты хоть понимаешь, что сон, а что явь? Ну вот это, скорее всего, сон. Потому что такое прям слишком туда-сюда. Летаем в каких-то облаках розово-красных. Наш старый друган Хагиваги. Здорово! Бля, ну он был злой, нам пришлось его кокнуть. Мы в этом не виноваты. No, you don't. Нет, ты не знаешь. Субтитров не было, но мы с тобой все поняли. Очень хороший момент, реально. Вот сейчас прям крипово. Вот сейчас реально крипово. Вот ближе к финалочке, я так понимаю... А, это то, что мы с тобой слышали в записках, точнее читали. То, что вот началась какая-то тревога, всем сказали занимать места, прятаться, если вы не успеваете. И пришла какая-то роборука? Что это? Загрузка. Ля, нифига себе начало серии, прикольно. Звонок. Проваливай из приюта, иначе тебе конец. Да я бы с радостью на самом-то деле. Охренеть. Ля, ну вот котик здесь очень внезапно появился, мне прям понравилось. Так, ладно, проваливай, так проваливай. Уходим. Пацаны, уходим, и девчата. Так что нормально. Вот, мы с тобой на чем остановились? На том, что есть хорроры, которые пугают прям на протяжении всей игры. А есть, которые вот такими волнами. Хаки-ваки, скорее всего, ну точнее, Поппи Плейтайм. Это, скорее всего, что-то из второго. Что-то пошло не так. Подбери шнур из кабинета советника. Подключи его к питанию под статуей. Нам нужно дойти до 100%. Удачи. Спасибо. Так, тихо. Поехали. И снова тянем наш кабель. Так, а где вход? Возможно, здесь будет быстрее. И снова тянем. Ну да, кстати, я был прав. Только единственное, что... Ну, его должно хватить. Он, походу, вообще бесконечный. Сохраняшечек. И подключаем его сюда, к последнему, получается, терминалу. Отлично. Все. У нас, получается, красный должен загореться, а вот эти подключения отсутствуют, нужно как-то запитать. Либо нет, еще один ключ. Что за ключ? А что за ключ? Зачем он нам? Мы с тобой где-то еще не были? Здесь мы были. В плейхаусе. Мы вроде как в плейхаус не входили официально. Нет, заперто. Так, давай будем себе освещать путь. Потому что как темно стало. Весь свет куда-то пропал. Опа. Опа. Так, а что здесь открыто? Нам сюда надо? Сейчас посмотрим, если как бы сохраняшка будет, то надо. Ну, как будто мы отсюда сейчас с тобой пришли. Нет. Поторопись! Включи генератор, выйди и вставь шнур питания школы по центру. Только осторожно, у меня вряд ли получится подключать тебя с этой стороны купола. Не понял. Но у тебя будет компания. Так мы здесь были, это скрипт сработал. Подожди, зачем? Не надо. Это мы еще раз с тобой пришли в школу, в которой мы не должны быть. Короче, оказывается, я все правильно понял. Только немножко совсем не дошел. Вот, собственно, этот Скайхаус, там, где был лифт. Отлично, сохраняшечка, мы с тобой достаем этот замечательный проводочек и также его тянем до центрального места. И вот теперь у нас с тобой все должно быть подключено к главному центру. На самом деле, очень прикольно, что разработчики сделали такую круглую локацию, то есть, хоть я и парочку раз запутался, куда нам нужно и для чего, тем не менее, ты, ну, знаешь, погружаешься в какой-то общий один мир происходящего, и от этого, мне кажется, становится намного проще ориентироваться. Отлично! Теперь энергии должно хватить. А теперь принеси мне большую учета в зону генерации газа, и мы сможем выбраться.
Эта дверь недалеко от вагонетки, которая тебя сюда спустила. Удачи. Спасибо, ни хрена себе батареечка. Так, ладно, я еще как бы вооружен. Просьба не выпендриваться. Дверь недалеко от вагонетки. Так вот же она, да. Спасибо. Нам ее специально подсветили. Только теперь нужно понять, как туда пролезть. Через елочки, хорошо. И, собственно, идем в газ зон. Хорошо. Мы здесь реально были. Мы здесь с самого начала игры тусили. Я долго тупил, что же нужно делать с этой перчаткой. Решали головоломки наш первый. То есть возвращаемся, можно сказать, к истокам. Без проблем. Подожди, тут все поменялось. А, нет. Я что-то думаю, тут же окна были, они только с этой стороны. Хорошо. Так, с энергии должно хватить, куда ее вставляем? А вставляем вот сюда. Это штукенцы. Чё? Чё? Отвали! Так, он воняет. А я в противогазе, нет? И чё делать? Ага. Так пипец, мне пипец. Ой. Ну логично, что он меня съест, так а мне валить некуда. Сила в инновациях. Все-таки я должен был свалить. Мы рождены заново. А куда? Может быть, откуда мы пришли? Догонялки туда-сюда? Или я все-таки должен был его вставить? Активировать? Просто я как-то не попал. Такое тоже. Серьезно? Да. Вот порой сохраняшки здесь работают очень странно. Ну, типа, такой гигантский путь. Да, это, конечно, быстро. Минуты две мы сейчас с тобой на это потратим. Но все равно, в чем проблема было сохраняшку автоматическую сделать, когда мы с тобой уже пришли в эту дверь с газстейшеном. И что-то там придумывать делать. Хорошо. Батарея у нас уже... А, мы сейчас ее дюкнем, смотри. Да? Нет. Ну ладно. А мы сохраниться можем? Не можем. Здесь, к сожалению, работают только автоматические сохраняшки, соответственно, мы ничего такое сделать уже не сможем. Смотри, получается, здесь реально два варианта. Либо я ее просто не вставил, и что-то не открылось, не активировалось, либо я должен был валить вот этим же путем. Потому что там дверь напротив закрылась, и нас с тобой в углу зажали. И пистолет на него не особо-то работает, как я понял. Вот сюда, наверное, бежать? А может на лифт? А может быть на лифт? Сейчас разберемся, окей. Сиди там, блин, падла. Нет. Хорошо. Так, окей, все, мы это запитали. Нажимаем на кнопку. Поехали, поехали. Быстрее, 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 быстрее. Все, до свидания, котяра. До свидания, котяра. Капец, он стрёмный. У него какой-то скелет. Ой. У него какой-то скелет. Надо в него фигачить. Лезет, лезет, пытается что-то сделать. Дурачок. Сейчас типа пропал, и как появится сейчас из ниоткуда. Да? Нет, загрузочка. А там, где загрузочка, надеюсь, и сохраняшечка. Да? Так, ну здесь все в этом его обосранном кошачьем аромате. Сохраняшечка, спасибо. Все, отлично. Скоро появится код дремот. Приготовься. Ща мы с тобой приготовимся. А, так здесь уже батарея есть. Это может быть на время? Так, с этой мы с тобой вставили. Я зачем-то унес также и синюю батарею. Большую. Не знаю зачем, но пускай будет. Так, здесь получается два источника электричества, которые нужно куда-то запитать. Здесь мы с тобой можем также запрыгнуть. А куда их питать? А вот эту штуку мы можем, кстати, отодвинуть. Слушай, у меня дофигища просто батарей. Я испугался. Дофигища батарей, которые я пока что не очень понимаю, куда использовать. Ну, здесь явно такая карта прям для кота Дремота, который, скорее всего, сейчас за нами побежит. Но нужно понять, в чем смысл, в чем соль. А мы не можем, кстати, зеленую поставить на первую. Нет, не можем, он только правую меняет. Левая и синяя у нас как бы по дефолту. Так, провод уходит куда-то вверх. Синяя нам не нужна. А, господи. То есть вот это, скорее всего, загорится, когда мы с тобой сможем ее подпитать.
А сможем мы это сделать, наверное, вот от этого источника? Ну, хотя нет, смотри, он тоже горит. Он тоже не активирован. А вот от этого? И от этого не можем. Почему? Потому что сигнал уходит куда-то сюда. Давай посмотрим, что вообще меняется. Вот мы сделали. Это чтобы его отгонять? Это он будет как в Нафи идти, а мы должны его реально отгонять? Серьезно? Так, у нас с тобой еще одна зелененькая загорелась. Вставляем вот сюда. Реально, нам нужно будет выживать. Ни хрена себе. И это все без сохраняшечки? Так, а так откуда он идет-то? Я же не знаю, откуда он идет. Так, вижу. Пошел куда-то туда. Блин, ну это на самом деле звездец. А, вижу. Так, подожди. Откуда он идет-то? Бля, черный газ вообще звездец. Ага, вижу. Так, и что? И как это должно работать? Типа я такой хоп. Тихо, 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 хоп. И вот так? Ну да, типа прогнали. Допустим. Так, что? Пожалуйста, новую батарею ставьте. В смысле? А где ее взять-то? Где взять новую батарею-то? Бля, звездец, я на панике. Я на панике. Где взять новую батарею? Он ее не достает. Я не понимаю. А! Ага. Так, хорошо, котяра пошел. Нужно сейчас будет понимать, с какой стороны его нужно фигачить. Вот с этой. Да? Да. Нет! Правильно? Неправильно! Звездец. Я не понимаю, какой провод к какой штуке вообще ведет. Рано еще тебе умирать. Ля, можно сейчас подготовительный этап, если этот не проходить, и сразу начать с боя? Ну, скорее всего, нет. Скорее всего, сейчас сохраняшка будет работать именно с того момента, где мы с тобой все это дело пытались вообще как-то выкупить и вдупилить. Но это босс-файт. Финальный реально босс-файт. Нахрена мне вот эта большая батарея? Такс, короче, готовимся. В целом, несложно. То есть мы можем это все активировать, получается, даже вот отсюда. У нас пока что работает энергия, мы переключаемся на руку. И смотри, хоп. Вот, делаем так. Ничего не происходит. Почему? Непонятно. В правой и левой стороне комнаты в передней и задней части должны быть небольшие углубления с разъемами для заряда. Посмотри. Да я понял. Ну, то есть, вот этот провод фигачит вот этот заряд. И вот этот заряд. А вот это вот место... А почему оно в прошлый раз-то не сработало? Потому что я активировал вот эту правую, нужно было левую. Все, я понял. Право-лево. А тут тоже, типа, их несколько, подожди. Право-лево. А, так тогда изи. Тогда изи, что я паникую-то? Все, я разобрался. Здесь все логично. Только теперь осталось вспомнить, как мы это с тобой все дело активировали. Так, ладно, пока что выкинь. Раз. Так, давай сразу зелененькую возьмем, чтобы она не мешала. Сюда положим. Сюда мы прыгаем. Мы с тобой это как-то активировали же. Переключаемся на зеленую. Раз. Два. Вот, типа газ, хорошо. А чтобы это все запустилось, нужно подготовиться и вставить таким образом. Да, теперь мы зелененькую вставляем вот сюда. И начинается, собственно, мясо. Не, ну времени спокойно должно хватать, чтобы это все дело активировать. Здесь нам даже проще. Давай сразу зелененькую подготовим на перезарядочку. Это здесь нужно куда-то прыгать? А там он пока ходит, пока что-то делает. Я просто боюсь, что, скорее всего, под конец появится снова какая-то подстава. Так, он идет вот сюда, правильно? Правильно. Хорошо, мы с тобой делаем зеленую руку не сюда. И делаем так. Все, минус код. Первую атаку мы с тобой пережили, хорошо. Дальше. Дальше. Так, 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 так. Хорошо, еще разок. Еще разок. Теперь сюда.
Все, минус котейка. Перезарядка батареи. Просто берем эту, вставляем вот сюда. Где он? Снова здесь идет дурачок. Переключись. Да нет! Ага. Ага. Хорошо живем. А, так они с разных сторон фигачат, вы угораете? Их несколько. А сфигали их несколько-то? Ля звезда. 100 секунд жить еще. Охренеть. А сфигали их несколько? Ну, допустим. Или он все-таки один? Просто он так быстро перебежал? Кстати, возможно. Так, еще одна батарея, еще одна батарея. Где ее взять? Так нельзя так делать. Подожди, а мы можем? Что мы теперь делаем? Вот это достаем? Допустим. Хорошо. Хорошо. Переключись. Ага. Допустим. Минус. Так, а здесь я как буду выживать-то? А, ну нормально, нормально. Это так и задумано. Тихо. Тихо, 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 тихо. Сейчас где-то вот здесь пойдет, мне кажется. Так, 60 секунд, нормально. Живем. Живем. Ля, ты задолбал ходить, дружище. Ага, открываем. Хорошо. И делаем вот так. До свидания. Это попроще, это попроще. Здесь ничего паркурить не надо. Здесь просто контролем. Так, еще одна зеленая. Откуда? Вот, наверное, отсюда уже. Окей. Тихо. Ага. До свидания. Бля, что-то жопа. Жопа началась. Так, я тебя вижу, падла. Я тебя вижу. Ага. И куда ты идешь? Ля, звук очень странно доносится. 20 секунд. Живем 20 секунд. А все, он обосрался. Ля, он что-то реально везде ходит. Это странно. 8 секунд, живем. Все, он больше не атакует. Он испугался. Нет, атакует. Он, блин, атакует. Тихо. Так, и теперь с этим что? А не знаю. Мы получили супер-пупер магию перчатки. Но он все равно вылез и нас съел. Это же скрипт? В смысле? В смысле это не скрипт? Вы сейчас прикалываетесь надо мной или чё? Обосраться. Фишка в том, что я даже не понял, что я должен сделать. Мы все прошли, закончился таймер, я сделал так, только зеленой перчаткой. И типа наша перчатка сломалась, и он нас съел. Что? Как это нужно проходить? Дорогие друзья и товарищи, уважаемые подписчики, коллеги, это звездец. Я посмотрел, что я должен был сделать в этом моменте. И я должен был просто нажать правой кнопкой мыши и тем самым моей супер-пупер перчаткой шмальнуть ему в морду. Но, скажу тебе больше, оказывается, эта штука во время наших с тобой похождений, она тоже активируется. И нам просто как-то очень-очень повезло, что он не вылез сверху. Вот, то есть я смотрел на ютубе у чувачка, как он это все дело проходил, и он еще и контролил потолок, пытаясь сверху все это дело закрыть. Когда этот котик лез. Но это охренеть, я реально подумал, что уже все, катсцена. Почему я должен вдруг внезапно в него шмальнуть? Так, еще идет. Охренеть, реально этого не было. Этого не было. Хорошо. Поехали. Так, у нас снова перезарядка. Ну, сейчас началось что-то более сложное. Прям и люк появился внезапно, и с двух сторон нас фигачут коты. Что за хрень-то?
Ладно, давай быстренько этот момент пройду, и мы с тобой вернемся. Все, чуваки, 15 секунд. 15 секунд, надо выжить. Очень надо выжить. Ага. Да попади ты туда, придурок! Ой, бляха-муха, какой же ты тупой! Это просто жесть! Попади в обосранный треугольник! В обосранный треугольник попади! Ты даже не представляешь, как я сейчас трайхаржу в этой обосранной непонятной механике! Но это звездец! Это просто звездец! Ты знаешь, что у меня редко горит жопа, максимально редко. Но в этом звездеце у меня не может жопа не гореть. Попади своей обосранной рукой в этот треугольник. Просто обосранный нажатый кусочек правой кнопки мыши, который я не нажал, и теперь уже полчаса это говно не могу пройти. Все, сейчас не тупим, сейчас не тупим. Все. Вот так вот нужно было сделать, потому что там был прицельчик, и нужно было в него взять и просто выстрелить, нажать на правую кнопку мыши и не тратить полчаса своей жизни. Прикол. Ну и все. Код-ремонт у нас нахрен сгорел, потому что слишком жесткий оказался этот разряд. Но смотри, все равно какой-то скелет. Может, это и есть прототип? Он ему дает руку. Ага. Жестко. Код Дремот думал, что его спасут. Может, сейчас тоже что-то нажать нужно будет, раз прицел у нас есть. Из него опять же пошла кровяка. Сохраняшечку дайте, пожалуйста. Сохраняшечку дайте, пожалуйста. Куда мне идти? Я не понимаю, я боюсь. Я не хочу никуда идти, мне стрёмно. Сейчас еще какое-нибудь говно выпрыгнет. И жопа. Мне не сюда? А куда? Может, батарею взять? А что? Ля, ну это, честно, было прям вот напряженочка такая хорошая. Потому что первая попытка была изичной, но я просто не нажал. А вторые нас прям гоняли только в путь. Так а что делать-то? Может, батареи теперь нужно уезжать? Зачем мы сюда приезжали тогда? Прикол хочешь? В лифте нужно нажать кнопку. Ты вот в этой черноте видишь кнопку? А она вот здесь. Нажимаешь и уезжаешь. Да. Прикол, конечно, знатный. Но главное, что мы завалили этого кота Дремота. Или кота-дремота, чтобы было в рифму. И теперь спускаемся, наконец-то, в эту газ-стейшн. Спасибо. Сохраняшечка. Все, теперь нам никто не должен помешать. Здесь еще один генератор, но мы с тобой несем наш старенький, который многое повидал. И вставляем его сюда. Так, no signal, надо нажать, наверное. Нет? Или что-то переключить? Ну да, что-то запускается. Так, 98 градусов, 4160 вольт. Нифига, как бы разряд жесткий. Теперь понятно, что его кокнуло-то. И мы теперь это все в левую зону переливаем. Хорошо. Сразу же включился свет. Это не может не радовать. И что, мы возвращаемся назад? Или мы все-таки идем наконец-то сюда? Чтобы узнать, что же кроется за этой гигантской машиной. Да. Отлично, ты здесь. И вновь тебе удалось невозможное. Ой, да. Я знала, что у тебя получится. Кота Дремота больше нет. Красный дым обезвредили. Благодаря тебе все возвращается на круги своя. Ни хрена себе бункер. Если мы пойдем дальше, тогда тебе следует знать правду. Я плохая бабеха, и вообще спасибо, что помог осуществить этот план. Ты здесь из-за своих коллег. Ты хочешь знать, что произошло и почему. А, здорово.
Это... Это и есть ответ. Так, хочу узнать ответ. Отдай. Мы называли это часом радости. Так, кино нам сейчас покажут. Погнали. Час радости. Это самый первый Хаги-Ваги, мы с тобой видели это. Игрушка сошла с ума, начала всех хватать. Что, собственно, и ожидалось. Люди кинулись в рассыпную. Так, тихо, сейчас сзади подойдет, я обосрусь. Все сбежали из этой игровой станции, конечно же. Но он их поймал и унес с собой? Чё? Раскидал всех людей? Ну, короче, пытались вроде как сбежать, но у них это не получилось. Видишь, типа, они бегут, бегут, бегут. А, уже какие-то эти манекены начали за ними гоняться. Все игрушки, все абсолютно из разных зон сошли с ума в один момент. И коробка вот эта гигантская, за которой мы в мультиплеере играли. И сожрала нахрен всех сотрудников. Начали гоняться, камеры видеонаблюдения нам с тобой сейчас показывают. Кругом сплошные трупы валяются. Охренеть. Так должна же быть какая-то система безопасности на такие случаи, вы чё? Конечно, странно, что они вообще были запрограммированы на это. Охренеть. Чё я скажу? Я в шоке. Ну, как бы это было, с одной стороны, очевидно. Я помню все в мельчайших деталях. И тот звук продолжался так долго, что становилось тошно. Они пробовали прятаться, убегать. Да все что угодно, лишь бы выжить. Я помню их крики. Что происходит? В чем дело? Что это за штуки? Это было массовое убийство. Бессмысленная бойня. Они убили всех. Невинных, виноватых. Им было все равно. Все эти смерти ни к чему не привели. И потом, когда резня кончилась, они утащили тела вниз, где их никогда не найдут. А потом они сожрали эти тела, чтобы выжить. И выходит наша кися-мися. Прототип должен умереть за это, за все. И это у нас затравочка на четвертую часть? Так. А почему кися-мися не сошла с ума? Почему она не сошла с ума и не начала на всех кидаться? Как только доберемся вниз, лифт отправим наверх. Держись крепко. После тебя. Ой, спасибо, очень мило с вашей стороны. Так, уезжаем. А, она может нам лифт этот и вызовет? Ну да, кстати, нажмет на рычаг сейчас. Бля, она такая маленькая. Все, давай, пичуню, мы поехали. Как только приземлимся, надо осмотреться. Там что-то... Что? Что она делает? Это не... Нет, нет! Кисю-мисю съел прототип, звездец. Мы идем, держись! И крышка нахрен закрывается. Ну же, быстрее! Киси! Миси! Все, ее тоже съели, охренеть. Ну, то есть, реально, затравочка на четвертую часть. И, собственно, да, Poppy Playtime 3. Охренеть. Знаешь, что самое интересное? В Garden of Banban тоже заканчивается все тем, что мы на лифте куда-то едем, происходит лютая жесть, там лифт начинает падать, и вот, типа, новая часть. Или мы приезжаем куда-то, и вот там новая часть. И здесь тоже Poppy Playtime 3 закончился именно с механикой лифта. Что наверху произошла лютая жесть. У нас в итоге кисю-мисю, скорее всего, съели, а может быть и нет. И это был злобный прототип, которого мы так и не увидели. Это, опять же, определенная интрижка. Мы видели только его вот эти длинные роботизированные пальцы. И вот такая вот получилась третья глава. Честно скажу, вот если бы не бомбежка в финальной нашей битве, то, да, если честно, и она даже не испортила впечатление, потому что видно, как разработчик реально эволюционировал. То есть первая часть, которую мы с тобой там прошли максимум, наверное, за час, и которая представляла из себя, ну, грубо говоря, несколько больших помещений, по которым мы ходили, решали головоломки. Во второй части уже больший масштаб, новые монстры, все дела.
И здесь вообще у нас получается вот эта вот злобная училка, у нас кот-дремот, у нас всякие скримачки, которые появлялись по ходу, пока что мы там в доме этом бродили с бесконечными лабиринтами, то, что Хаги-Ваги вылез у нас из телека. То есть по контенту, по его качеству, по по наполненности этого всего дела, третья часть реально на голову, как мне кажется, выше предыдущих частей. И это, безусловно, круто. Можно ли рассуждать, типа, ну, как бы, ждали ли мы 2 года зря или не зря, не знаю. Но в целом игрушка получилась хорошей, и, как мне кажется, вот то, что разработчик ее сделал также за 300 рублей, это тоже большой респект, потому что он мог там косарь поставить, 2000 поставить, сказать, что ну ни хрена себе, а как выходить, как бы современные игры требуют современных денег, что называется, в гигантских просто объемах. Но нет. Он что-то, по-моему, по сравнению с прошлой частью поднял ценник рублей на 50, и, ну, так или иначе, она около 300 рублей стоит. Поэтому здорово, классно, я кайфанул. И, собственно, мы с тобой, выходя в главное меню и видя кота Дремота, который остался уже лишь в наших воспоминаниях и видосах, прощаемся и заканчиваем на этом видосик. Также напиши, кстати, свое мнение в комментариях. Опять же, зашла тебе третья глава, не зашла. Возможно, тебе больше понравилась вторая или же вообще первая. То есть также будет очень интересно почитать твои мнения. Собственно, если вам понравился данный видосик, обязательно поставьте ему большой палец вверх. Также не забывайте подписываться на канал, нажимать на колокольчик, включать там все уведомления, чтобы быть в курсе выхода новых видосов. И также подписывайтесь на все ссылочки из описания. Ну а с вами был ваш Дакстер. Всем хорошего настроения, всем удачи и всем пока-пока.